Добрый день! Мой очередной ролик сегодня – это результат выбора семян помидор на 21 год. В первом ролике я вам описывала характеристики, которые были на упаковках. Во втором ролике я вам показала, как они у меня завязались, уже росли мои помидоры. Сейчас это уже результат окончательный. Вы видите, какие выросли помидоры. Если джина, первые вот джина помидоры, я говорила, что они крупные. Да, они крупные помидоры. В основном годятся на салат. Есть, конечно, вторая и третья завязь, они уже помельче. Можно и консервировать. Но в большинстве случаев это салат, сок делать, томат. Вторые идут поменьше, это баллада. Видите, они немножко заостренным таким кончиком. Они, их можно и консервировать, потому что они помещаются, они более мелкие помещаются в банку. Также очень вкусные, сладкие на сок. Можно делать сок, готовить салаты, кетчупы, все что угодно. Теперь следующий – это Рома. Это первый год я села. Они сливообразные такие, небольшие. Ну и в разрезе, вы видите, тоже не имеют такого большого белого кончика, как и помидоры джина и баллада. Потом следующий сорт – это загадка. Да, действительно загадка. Они небольшие, как-то ничем не отличаются от баллады по размеру, но меньше, правда. Они более плоские, как джина. Ну, вкусовые качества неплохие. Главное, что все эти вот четыре сорта, которые я сейчас сказала, они невысокие. Последний – это сорт киевский. Там писалось, как я уже говорила, что они невысокие, но оказалось, они метр с чем-то. Завязывается много, но все меленькие, в основном годятся на сок. Можно консервировать, кто любит мелкие помидоры. Вот так, вот такие помидоры у меня в этом году получилось. Правда, я вам еще говорила, что у меня были и желтые, и красные, и розовые. Это стандартные большие помидоры. Ну, вот думаю, я вас убедила сеять на следующий год такие сорта помидор. Так что выбирайте. Сейте, пусть у вас будет тоже хороший урожай. У меня неплохой урожай, я считаю. Так что до встречи на моем канале. Желаю вам тоже хороших урожаев. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики, ставьте лайки, пишите пожелания. Я постараюсь всем ответить.